Тагин что-то не сумеет. Скарлетт, сколько стопанка? Не надо. Сэнни, молодой, те же. Давай спекнись в Ршаму, тагит не сумонец, и что-то. Нет хилов больше. Тагит, это тут. Агрессия, это кто? У него КД, наверное. Нету КД у него. Да удалите смог уже растрясти. Рыба. Цейри вроде хлепал. Бьянк тоже хлепал. Если меня такой хлепал, конечно. Хоть какой-то. Оптимус, у тебя уже 4,5 ГС, что нифига ты. Да, надо Воломир срочно. Кстати, сегодня хотел посмотреть, почем осколки ВЛК Воланира. Что-то не нашел их там вообще. Не переживай, соберешь. Ну тут второй приход упал в рейде нормально. Дети, танки, агрите, трэш. Че, убиваем дракона, да? Нет. Драконов не трогать. Трэш убиваем только потому, что он типа за нами ходит, да? Тоже прибежит потом, да. Без понятия, никогда не проверял. Прибегает трэш, да. Просто ДК есть в рейде? Карлик. Он может не простас. Все, я вижу. Не агрите только боссы. Пауз, диспелите, пожалуйста, проклятие. Или присты. А он не диспельт, ты пристань, не диспельт, маг диспельт. АОС, у нее только 10-25 геры нету сложности, да? Нет. Есть ключ на Малигаса. Диспал сокрытие, пожалуйста. Маг один, проклятия много. Забей на это проклятие, оно ничего не ухудшает тебе. Да блядь, горит это, блядь. Обилка нахуй окно. Ну только друид и маг могут диспелить. Сеттинга не умеет, вой тоже не умеет, так что придется так потерпеть. Осторожно, босс. Короче, не будет ДЦ. Надеюсь, 3 холи пала и растер шамана вы захилите. Не, уже не может. Занят пока продажей механоцикла. Смотрит покупателей.
купили 510, ты его не будешь продавать, отдашь кому-то с гильдии. Он будет лежать до лучших времен. Он уже его дал калку. Все тайдет. Давай у тебя в кредит его оформлю. Не подходите близко сейчас. Да, не подходите. Поставьте ауру на огонь. Вот, на воина на пульте. Становиться под боссом сбоку. Смотреть за вот этими волнами. Возле островка будут подниматься, от них отбегать. На босс. Кто это не умеет делать, просто стоим в звезде и движемся за звездой. 2 хила? То... Мне тут 4 хила, кажется, или 3. 3 полипала, хватит. Будет вот эти 3 дракона, что мы не убили. Они будут спускаться к нам на островок, мы их убиваем. После чего переключаемся в босса. СС надо на кого-нибудь вешать? Нет, не надо. А повеси на меня лучше, один друид, вдруг упаду. А нет, ты не упадешь. Упадешь в том случае, если мы будем просто бить с артериально, а не 3 драконов, тогда у босса будет берса. А тут еще кулер может лететь сразу. А, да не молджас драконов танчит. Встаньте сбоку босса, как на Халионе, и сидите за ужином. Всем привет, ребята. Давай, привет. Стоп, пойти по боссу. Идем дракона, отбежали, звездочку. Видите, лужи, не надо отбегать. Все, играем в дракона. Быстрее в дракона играем. А волны всегда с одной стороны или с другой стороны? Сейчас другой пойдет. Вот и волны встали в звезду. Видишь, Хант у него отбежал и умер. Яйца завешать? Давайте следующего дракона все сыграем. Анимал лови. Не стойте под лицом у дракона. Ну ладно. Хант, покидай тело и лети сюда. О, стали, у тебя ж пустик. Да пускай лежит уже. Бежали. Играйте в последнего дракона. Выйдите с лужи. Охуенно. Так, что за дракон? Он упал? Да нет, не упал. Ебать. Что берса... Кажется, слишком много урона по Сартериону было, нет? Не знаю. От чего там зависит? Не помню просто. Ну, чем меньше, там на определенном процентаже у босса, когда дракона живы, он впадает в берсу. Вот вы сейчас довели до этого процентажа. Не бейте Сартериона. Вообще не бейте. Ждем дракона. Чего вы резко полетели опять? До 5 лямов просто подбивайте босса и все. Да лучше вообще не бить, потом его быстро зальем. Что хотел. Драконы по времени, да? Или по процентам, я не понял. По времени. А, ну да, ну тогда лучше там до половины добить. Стоп, согрел. Да нахуй вы идете?
дракон. С чем ты сталкивался? Нечаянно. Стену. Падаете. Я говорю, там до 50 там довели, и стопаните по нему, постойте, покурите. И правильно, что он в стороне танчит, чтобы вы меня уешили по этому, по боссу. Где вход, сука, я хуй знаю. Где вход? Да прямо лети там, просто и все. На трех лямах что-то он рано берсу включил, дальше как-то по-другому было, кажется. Квест не шарится сейчас, квест шарится только тот, который есть в Долоране. Дайте маму. Дайте шкаф еще. Там нужен Аксус квест. Есть шкаф у кого-то? Пусть поставлю. Маму-то не слазьте, да, погодите. Загрузь, что надо. Загляй. Так, у кого вот этого квеста нету? Ну, видите, улетел. Давайте, не сама. Че, улетели? Че это такое? В пещере времени прямиком улетели, да? Да. На самом деле удобно туда попасть быстро. Дисармори тут, Скары, чё вы не рассаетесь? Ну тогда это, жми маску, и с ума не так. Скарлетт то же самое. За ДПС и так хватает. Блин, а дом слетел один. Короче, Джиро оставляем этого на старта, на потом. Можешь вообще не оставлять. Десерт, ты что-то где-то? Баф, так. Интеллекта нет. Бумага нет в рейде. Все, начинай. Все готовы. Надо подождать. Моя обязанность. Есть на сумеречный портал, давай посмотрим, что там. Смотрите звезду, я ничего не вижу. Там лужа сейчас должна появиться. И появится дракон первый. А что это, этот портал бага, не знаете? Какой, не знаю, он тот синий. Да, я зашел в него, короче, здесь никого нет, и я постепенно умираю. Нет, не баганый, просто не надо туда заходить. Значит, баганый. Должен быть портал еще. Ё-моё! Пол рейда. Чё вас убило? Лава пол рейда упала. Летите быстрее. Нубы, что ли?
Там же звездочка на танке есть. Ну так, блять, у меня клиф еще под. Ну где я стою? Лол. Ну блин, вставайте с тел, быстрее будет. Летите сразу сюда. Встали с тел, прилетели, там зашли, и вас сразу телепортнул в центр. Бейте шатрон, сейчас все РС нас убедите. Или пускает. Че, пускает ивент, что ли? Пускает, да. Пускает, да. Ну летайте хоть. Нужно бесконечно умирать здесь и РСаться. Сколько там? Второй дракон уже вышел, да? Да, 400 каст. Третий, два дракона. Сейчас мы придем, победим драконов. Не пускает. А, не, пускает. Ты меня филипец надурил. Падайте, короче. Да пускала всегда, блин, я же делал это, я вообще. Давайте падайте, как-то я хуй знает, вы... Ну, написано, лава начинает бурлить. Че, вы не видите нихера, что да ли? Ладно, я сейчас просто не буду заходить в портал, на мне будет метка, вы просто становитесь у нее. Когда сами люди начнут смотреть по сторонам? Видимо, никогда. Так алголовно не знаю. Не знаю, как вы умерли, так захила еще, наверное, не было. Гайд на обсидиановое святилище, блин. Как вы не умерли? Сука, вот когда не надо, они умирают, а когда надо, они не умирают. Вашими костями. Ну, быстрее умирай. Зайди в лаву. Давай, еще разок шкаф. Так, сумеречный портал лучше не использовать. А на него тыкать надо, не? Или просто зайти? Куда? Ну, портал вот. Не тыкнуть надо, но лучше не надо. Там ничего нет, то и там дебаф вешается какой-то. Где рыба? Басик, где ты там? Я думал, мы зерганем. Да не, он здесь уже не зернется. Не, можно зернуть, если будет протопал там чуть бабли. Пошли. Все готовы? Там что-то кто-то пьет, там кал пьет ману. Подожди. Яйцо слить. Давай, запускай. Встаньте по центру острова, чтобы у вас было больше времени отбежать от этих луж вправо-влево. Огненная стена, 5 секунд. Блин, я... 3. Стена. Дали звезду, звезда вообще не двигалась сейчас. Улетает только Дессер. Все, играйте в этого дракона. Блин, а че я без ботинок? Без ботинок босиком. И с кольцом. Босиком ебашь. Кольцо. Новая лужа сейчас будет. Звездочку. Скажите там кто-нибудь, чтоб стопнули. Скажите, чтобы стопнули. Стопай. Идем просто дракона еще одного. Че под морды бегаем? Вот и он. Ну, блин.
зеленого. Так, новая лужа, о, коварная. Давай, Геннадий. Йо, Капара и Дессера. Почти. Заслакался. Дима не хватило, короче. Все, Дима больше нет. Последний дракон остался? Да. Да. Можете теперь бить, да. Отбежали в звезду, опять лава это. Да ёбаный бабай, как так можно? Ну бас. Понятно. Сметки видите. Давайте дракона, потом босса. Прям дерзкий. Дракон остался. Какой? Сап. Сейчас будет Халион еще. Готовься прожиматься и сведет второй дракон. Последнего. Последнего. Попадайте. Пошли тогда на этого, наверное, на Малегаса, нет? Идемте на Малегаса. Интересно, кто у него дракончика выиграет и сумочки. Там никому не надо, я думаю, все отказываются. Уступите эту сумку ебаную. Шкуру дракона. А хотя, не, сюда не на. Мне же на око нужно. Раз эти люди. Киллер Стар. Что, выиграл 23? Так, око летим, да? Ну давай летим в око. Знаете, где око? Нет. Ну, в этом, в Эродруине, наверное. Маскировочный щит Хладара туда летит. В Мордоре око. Тори, блин. Око Саурона. В Нексусе, блин. Я думал, вы про Ока Саурона. Ну я уже лечу с тщеславия, там приеду, просумоню. Кого есть ключ к Малегасу? У меня ноль ключей. Тебе сколько ключей, ничего нет. Я не помню, вот этот... Ключ для доступа к героическому режиму, кажется, то он есть. А, все, значит, у меня он есть. Вы можете еще квест в башне взять на колье. Какой башни? Там, где этот стоит, это Алик Страза, квесты дает. На убийство Малегоса. А где? Там, где ты сумку после Сильдры сдаешь. Какой не помню. Что-то тут улетаю. А, у меня выполняется он. Так, ну потом можно с долго, наверное, ходить. Вот. У меня на десятку оно, а не на 25-ку. Можно в Накс ходить, но не на бессмертного, разумеется. Вот этот вариант.
Теперь можно баф раздать. Не, спекайся в ретрика. А чё вы мне не сказали, что я лапу не бафну? Мы без лапы... Мы все без лапы убили. Да. Можно и без лапы убить. Так всё же всё просто. Ни на кого. Просто стойте сбоку босса и бейте его. Ладно, чек на пол. Сейчас еще раз. Не надо с пула геру давать. Хотя, давайте с пула. Дайте кулак, Хантон. Дайте кулак, Хантон. Зачем? Там же Харик такой прилетает. Я видел, РДД встают и типа там дамаг увеличится, вот тогда гер РДД. Хочешь, у нас все равно нет РДД, поэтому отойди в центр его. Не, пока не надо геру. Где этот шарик? Я просто его не вижу. Он еще пока нет его. Сейчас он по бокам где-то будет летать и прилетит в рейд. Сейчас легко. Да. Но искра мощи сейчас дадит, должна быть. Да, искра мощи как-то. Вон она, а, вот. Ее типа сливать нельзя. Или нужно, я хуй знаю, не помню. Она пропала уже. Давайте рост. Тагит, давай рост. Это типа конец уже первых фаз. Играйте в этих чуваков, которые на дисках летают. Становитесь в синие круги. Поднимай суслятинку пока. РДД бейте вокруг на дисках, потому что пока мы их не сольем, пазда не будет. Такое ощущение, что я один от них. Копа и полетел. Садитесь на диск. Можете ачиву сделать. Но главное на диске убить другого человека с диском. Да, что-то вы втыкали. Дыхание. А, нет. Что такое, что такое? Чуть не летают. Жмите 1-1-2 по боссу. 1-1-2 по боссу жмите. Если босс на вас смотрит, вы отлетаете. Пробочка это хилить. Дружественная игрока.
вот Киллер, Старс, Леголас, ничего, вот летаете. Нужно, чтобы стаки не спадали. Ну, все верно. На ком этот луч мощи, вот надо отлетать. И этих драконов хилить. Троечка хилить. Выбирать цели, хилить. Вот так себе, конечно. Видите, как я улетел? Далеко. Да, походу я умру. Блин, похилили меня. А почему никто не стакает, я не понимаю? Это стакают. Просто не хилят. Сколько там русы процентов? Война Нексуса окончена. Но разрушение и колоссальные потери жизни должны были быть остановлены. Как ливнуть отсюда, что делать? Олег какой-то припатик кидай. Надо просто ливать с рейда. Знак Нарганона Десер тебе надо? Красные драконы возьмут на себя бремя заживления ран Азерота. Возвращайтесь домой. Это же на Ульдуар такие тринки, да? Пойдут, нет? И вы должны быть готовы к ним. Жизнь продолжается. Камень на КД. Можешь чепорт поставить, да, Варан? Ботинки там разролили, не? Десер, тебе надо эту тренинг? А, ну да. Ну, могу еще Никсу собрать вам. Пойдемте на Аниксе. Может, там что хорошее. Кто такой мировой босс? Кто-нибудь знает? Ну, босс, который... Там волчатя собирают. Че? Босс, который по миру ходит. Мировой босс. А кто такой? Казак на полуострове Адского пламени, сумеречный дракон в сумеречном лесу и так далее. А, понятно. В этом ясеневом лесу тоже какой-то, да, есть? Керестразы. Да, есть. Зубы. И вас шарить.
в шаре дракон, да. А еще и по КП сбросить надо, блин. А забей, не сбрасывай. Помана надо, правда? А ты кинул ЕП за этот, за око или не было? Ну... А у тебя есть? Не-а.